Продавца-консультанта магазина «Автомир» в Петропавловске избил покупатель. Инцидент, который зафиксировала камера видеонаблюдения, произошел в понедельник. Видеозапись произошедшего сейчас разлетается по социальным сетям и мессенджерам. На ней видно, как покупатель, рассматривающий товар на витрине, спокойно общается с продавцом-консультантом, затем внезапно бьет его по лицу и хватает за шею. Комментировать произошедшее в администрации магазина отказались. Проверку по факту нападения на сотрудника «Автомира» проводит камчатская полиция. Подпишись на каналы «Масс Медиа Ньюс» в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.